Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Петухова. Здравствуйте. В России прошла волна закрытия кредитных организаций, однако региональным банкам это не грозит, рассказала в интервью газете «Бизнес-новости» исполняющая обязанности начальника Центробанка России по Кировской области Валентина Шаронова. По ее словам, все региональные банки прошли инспекционные проверки Главного управления Центробанка и завершают год с положительным финансовым результатом. Какого-либо оттока вкладов также не наблюдается. Напомню, на прошлой неделе появилась информация о том, что Кировский Первый Дортрансбанк якобы попал в список банков, которые могут лишиться лицензии. Как рассказал председатель правления банка Владимир Скобелкин, он присутствовал на встрече представителей региональных банков с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, и она опровергла информацию о каких-либо черных списках банков. Более того, Набиуллина пообещала решить вопрос об уголовном преследовании распространителей слухов. Программа «Экономика». Второй арбитражный апелляционный суд признал январское повышение цен на бензин законным. Напомню, антимонопольная служба посчитала необоснованным повышение цен на заправках «Лукойла» в январе и выдала компании представление об устранении нарушения. Однако «Лукойл Пермнефтепродукт» оспорил требования антимонопольной службы в суде. В конце декабря состоялось заседание суда по делу «Лукойла». Оно прошло в закрытом режиме. Компания сослалась на необходимость сохранения коммерческой тайны. В итоге суд оставил решение арбитражного суда первой инстанции без изменения. Антимонопольная служба намерена подавать апелляцию. Экономика на 101 FM. 12 миллионов литров чистого спирта выпили жители Кировской области с начала года. За январь-ноябрь продажа алкогольных напитков и пива уменьшилась почти на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщает Кировстат. Снизилось потребление водки, ликероводочных изделий и пива. В то же время в регионе стали отдавать больше предпочтения коньяку, игристым винам и слабоалкогольным напиткам. Экономика. Россияне могут забыть о сверхдорогих кредитах. Их полную стоимость теперь будет регулировать Центробанк. Такие полномочия регулятору дает закон о потребительском кредитовании, который вступит в силу с 1 января следующего года. В конце минувшей недели свою визу под документом поставил президент Владимир Путин, пишет российская газета. Полная стоимость потребительского кредита или займа теперь будет привязана к определяемому Центробанком среднерыночному значению и не сможет превышать этот показатель больше, чем на 1/3. Закон распространяется на банки, кредитные кооперативы, микрофинансы, финансовые организации, ломбарды. Кроме того, закон позволяет заемщикам в течение 14 дней досрочно возвращать взятые в долг деньги, не ставя кредитора в известность и выплачивая только проценты. Мария Петухова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.